Здравствуйте! Вы смотрите канал Максимадзе, и это игрушка GTA 3 The Definitive Edition. И, короче, прежде чем мы начнем, покажу вам кое-что. Слышите звуки меню? Теперь они такие же, как в оригинальной GTA 3. Дело в том, что очень быстро сделали мод, который возвращает оригинальные звуки. Ведь по умолчанию будут звуки San Andreas почему-то, что как-то немного странно. И я решил исправить это недоразумение. И это вообще легко, кстати, было. Очень легко. Многие игроки тоже на это жаловались. Ну ладно. В общем, поехали. Сейчас будет загрузочка. Давай грузись быстрее, пожалуйста. Во, кажется, все или нет? Все загрузилось. Загрузка быстренько прошла. Так, от ВК надо избавиться. Секунду. Продолжаем. Что-то я не понимаю, почему чувствительность такая стала низкая. Ну-ка. И все нормально с настройками. Да. Странно немного. Странно. Я лишился всего. А, у меня и не было оружия. Ладно, не было, так не было. В гараже. А, в гараже фургончик стоит. Ладно. Вот дождь. Есть моды, которые дождь делают менее давящим на глаза. А то этот какой как-то... Дождь выглядит вроде красиво, а с другой стороны глаз режет. Настолько сильный он... Настолько сильно он видимый. Давайте поставим метку. А хотя в этом нет нужды. Луиджи Гартели очень близко. Очень близко. Всего-то за углом. Pump Action Pimp. Короче, какой-то урод из дьяволов поставил свой потаскух работать на моей территории. Разберитесь с этим козлом. Если тебе нужен пистолет, зайди в амунацию. Он рядом с метро. Да. Амунация, можно взять пушки. И вот с этими дебилами надо разобраться. Их там не один, их там двое в машине. Ну-ка дайте мне, ну-ка дай мне этот фургон. Баргузином, который я называю баргузином. Пошел нафиг, чудик. Блин, вот этот еще один фургон, еще лучше. Ну ладно, не будем привлекать полицию, поедем на этом. Нет наличий. Луиджи сказал, тебе нужен ствол. Иди во двор магазина, там кое-что лежит бесплатно для тебя. Бесплатно дают пистолет. Ну, спасибо. Взяли.
Да, уже много ютуберов прошли все три игры до конца, а я только начал, блин. Сколько же мы ее проходить-то будем? Вот это большой вопрос, на самом деле. Есть. Вам нацию завезли пистолеты. С них выпало немало денег. И дробовик, микро-ПП и пистолет. Что ж, хорошая добыча, мне нравится. Кстати, очень полезная вот эта вот новая стрельба. Стрельба из машины новая. Чем она вот удобна? Тем, что чтобы стрелять... из машины направо или налево, не обязательно теперь зажимать Q или E. Достаточно просто повернуться. Это очень удобно. Я надеялся, что стрельба новая будет такая же, как и в GTA 5. Но, к сожалению, нет. Она нифига не такая, как в GTA 5. Но, тем не менее, все равно, то, что вот так сделали, это все равно очень хорошо. Что теперь не надо зажимать кнопки постоянно. Очень полезно. Блин, чё вас так много, а? The foosball. Или нет? The foosball. Итак, короче, копы решили устроить вечеринку в старой школе, которая рядом с мостом Калхун. А их потянуло на старый разврат. И девушки мои там сейчас уже стоят. Отвези их к копам. И поторапливайся, пока они бабки свои не пробили. А, ну ладно, хорошо. Хорошо. The Fuseball это же миссия называется. Как-то, по-моему, вечеринка у копов не по переводу. Надо глянуть. Это точно? Она так называется? Точно? Как мы знаем, просто бывают и ошибки. Да, The Fuseball, я был прав все-таки. Не, это не ошибка. Но просто такой перевод странный. Кстати, насчет перевода. В Сан-Андресе какой убогий перевод был, такой и остался. То есть Big Smoke это паровоз, а Sweet это красавчик. Но сделали, кстати, мод, который нормально, с нормальным переводом. Пока не поставил, но обязательно поставлю, потому что, ну, это убого. Такой перевод. Так, надо как минимум четырех их привести. Залезай быстрее, блин. Странно, и для машин зеленый, и для пешеходов зеленый. Что за ерунда такая? Кому ехать? Или идти пешеходом, или этим автомобилистом? Слезай быстрее, блин. Ой.
Да, метки недоделаны, конечно. Есть мод, который, кстати, убирает навигатор. Но как по мне, на мне этот мод не нужен, потому что мне, в принципе, навигатор проблем не доставляет. Но есть моды, которые убирают всякие баги или недоделки. Например, в GTA 3 есть место, где листья в воздухе торчат. Есть мод, который убирает их. В GTA Vice City есть одна миссия, которую невозможно пройти из-за постоянного бага. И модеры исправили эту ошибку, они разработчики. Тоже удивительно. Так, трое. Хватит отдышиваться, иди в жопу отсюда. Дай уехать. Да, копы проституток себе зовут. Какая нелепость. Мне что, посигналить, что ли? Садись быстро. Назад садись, ко мне вперед не надо. Я вас тут не заказывал. Не знаю, стоит ли нам еще привозить. Наверное, давайте подождем, пока закончится эта минута и продолжим. Чик-чик. Задание пройдено, и задание Луиджи Готарелли выполнено. Все. Теперь едем к Джоуи Леон. У нас только один вариант. Доехать к нему. Фарел Чанг или Чанг. А, это ты, Чанг Ли Чонг продает спанк какой-то новой банды из Колумбии или Колорадо или что-то там такое. Короче, точно не знаю, но впрочем-то и пофигу. У него киоск с лапшой в центре Чайнатауна. Лучше бы он фигню всякую продавал. Я хочу, чтобы ты разобрался с ним. Если тебе нужен стол, заедь в Уманацию рядом с метро. Ты же знаешь, где это. Возьми там пушку. Не забывай, что Чайнатаун — это территория Триад. Ты там поосторожнее, что ли? Да, китайская мафия. А вот китайская мафия в Сан-Андреасе — это наши союзники, между прочим. Так, берем желтый баргузин. Так мы его называем. А, только что подумал, почему копы не сагрились, а вот и сагрились. Блин, вся эта сигнализация, когда уже заглух. Какие-то копы вообще медленные, отстали от меня очень быстро. Короче, чтобы пройти эту миссию, рекомендуется сделать кое-какой штрих. Это машина этого самого китайца, которого мы собираемся прикончить. Давайте угоним ее, чтобы он в нее не сел. Схитрим чуть-чуть. Он такой прыгнул, как будто собирался это поцеловать машину или обнять ее. О, фух, слава богу, повезло, не арестовал. Ладно, давайте еще одну миссию. И будем прощаться.
Блин, ну что вы все врезаетесь в меня, как дебилы? Блин, а вот тут полицейский участок, тут же полицейских-то так много. А, я вспомнил, что со следующей миссией будет. Я помню, помню эту миссию. One haste. Мы решили грабануть инкассаторский фургон. Он каждый день выезжает из Чайна-тауна. Пули его броню не пробьют, так что тебе придется сторонить его машиной. Хорошенько помни, охранники сами убегут. Затем отгони его на склад, мои парни все остальное сделают. Давай за работу, фургон вечно не будет кататься по городу. Да, сюжетик в GTA 3 такой себе. Просто идем, нам говорят, что делать, и мы это делаем. Никакой такой сюжетной линии тут в основном нет. Так, секундочку, это коп? Нет, это не коп. И в лобовую! Прям сюда. А, блин, за это полицейские на меня набросятся. Да, вот с копами-то у нас будут проблемы. Копами у нас однозначно будут такие проблемы. Блин, он, я думал, он врежется в меня сзади. Как печально. А он свернул. Не такой уж он и глупый, значит. Ах, как жаль, что у меня кончилось эти... ты чё радио включил? Ой-ой, меня так прижмут. Да, таранить его будет большая проблема. У меня уже машина дымит. Лучше его, наверное, пожарной машине таранить, потому что... Вот прижать бы его к столбу. Надо остановить фургон раньше, чем фургон мой загорится. А боюсь, что такое может случиться уже скоро. Почти все. О, нет! Я, как говорится, в порядке. Ой-ой. На такой машинке-то будет немного труднее таранить его. Let's go! Поехали скорее. И почему нету навигатора, ё-моё? Кстати, недавно видел одну новость. Может, уже, кстати, рассказывал, но я не помню, если честно. Был один такой... новость. Водитель, таксист, проехал по тротуару. У него спрашивают, ты почему по тротуару проехал? Он сказал, что во всем виноват навигатор, который показал, что надо ехать туда.
Зачем мозг, если есть навигатор? Вот это правильный вопрос. Вот и в GTA такая практика тоже работает, потому что иногда навигаторы могут привести не туда, куда нам надо. Почему здесь нету двоечки? Скажите мне, пожалуйста, на этой двери. Эльбуру хочет предложить тебе одно дельце. Если интересно, доберись до телефона в Хэппер Хайтс. Ладно, на сегодня закончим. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.